Всем здравствуйте! В средствах массовой информации в сети шумно обсуждается скорое пополнение в семье юмориста Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой. Слухи о ее второй беременности появились после одного фото, на котором подписчики разглядели у девушки округлившийся живот. Ситуацию прокомментировал сам 75-летний Евгений Петросян. Эта информация не соответствует действительности. Сенсации нет. Это утка, сообщил он агентству новостей. Напомним, что о рождении их первого общего сына Вагана официально сообщил сам Петросян, опубликовав снимок с наследником в Инстаграм. Пара скрывала рождение малыша около 5 месяцев. Тогда в сети заподозрили, что супруги воспользовались помощью суррогатной матери, однако Брухунова заявила, что выносила ребенка сама. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока.